Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, поехали смотреть. Кубки, новое задание. Проехать 2000 метров на спортивном автомобиле в ржавом рифе приключений. Нет, спасибо большое. Вот, 1700 метров, нормально, это мне нравится. Так, бесплатный сундук открываем. Магнит, старт-ускоритель. Так, у нас вступить событию, конечно. Конечно, блин, опять чат недоступен. Поиск соответствия. Ладно, друзья мои, я, наверное, пока поеду. У нас горные мосты. Горные мосты. То же самое, что и горные лаванды. Нет, поменяем, наверное, гонщика здесь. Возьмем, наверное, сегодня свиное рыло. И пускай он, наверное, у нас поедет. Так, у меня 150 тысяч денег. Можно же что-то улучшить, насколько я помню. Что бы там улучшили-то? Блин, а, маслкар, точно, ребят, маслкар. И у нас всего лишь... Так, можем еще. Ага, ага. Все, прекрасненько. Ну что, горные мосты, наверное, я возьму, ребята, фуру. Попробуем сегодня погонять на фуре. Чуть-чуть буквально. Молодец, Рэй, блин, гонщик. Так, не забывайте, что у нас нету крыши. Ну, крыша есть, но она такая, знаешь, можно сказать, что это одно название, а не крыша. Смотри, я просто на одном дыхании. Тюх-тюх-тюх-тюх. И все, ребята, и он уже на финише лежит, отдыхает. Видишь, ручки разбросал по всей дороге. И балдеет. Это же свиное рыло, ребята, чего вы хотели? От него другого нечего ждать. Так, вот здесь надо аккуратно. Куда ты... Здоровский просто, друзья мои. Вот всякое было. Но такого я не помню. Молодец, блин. Просто красавчик. И не разбился, и ничего. Видишь, он рукой машет, карта. Я не вижу дороги, я не вижу дороги. Покажите мне дорогу, блин. Да, в общем, нам придется здесь ждать, пока закончится горючее. Твою налево, тоже взял фуру для такой трассы, ну. Ай-яй-яй-яй. Ладно, ладно. То есть, получается, мы с тобой вот эту гонку сфейлили. Просто в чистоган. Я, конечно, попытаюсь что-нибудь исправить, если получится, конечно. Не знаю, это уже какой-то... Ну... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Есть. Есть, ребята, я автобуса прямо вырвал эту победу. Но я почему-то все равно на втором месте. Ну, видимо, ребята, потому что он первое-второе место занял, а я только лишь два первых. И вот дурацкий у нас полночный кубок. Именно с этой странной трассы. До сих пор я ее, ребята, не могу понять. А почему не могу понять? Потому что она слишком редко нам достается. Давай так скажем. Что происходит? А там ведь кто-то вперед уехал, умудрился, ребята. Почему он по низу поехал, я поверху? Как такой... Давай еще раз застрянем, как мы с тобой, блин, на фуре застряли. Да. Каким я приехал? Четвертым? Вообще самым последним, что ли? Вы серьезно? Эй! Сфига ли мне такое счастье-то? Последний, блин, приехал я. Молодцы. Ничего не могу сказать. Просто шваркнули по полной программе, ребят. Но зато я здесь приехал первым. Ну и что это мне дает? Ничего. Нам надо еще одну гонку, ребят, с вами завершить. Желательно. Все, все, ребята. Да что ты твою налево делаешь? Ну... Едь ты нормально, нафиг дурковать-то так? Пипец какой-то, блин, тише едешь, дальше будет. Не зря, ребята, это поговорка есть. Поехать 1700 метров, я поехал. Это уже уникально, наверное, я не смогу. О! Лучше и быть не могло. Пипец.
Я даже в тройку лидеров не зашел. Друзья, о чем тут можно говорить? Просто размазался там, блин, по полу. Да. Я еще раз говорю, ребята, этот раз для меня вообще как-то непредсказуемый. Там едешь, все время что-то открывается, закрывается, куда-то тебя подкидывает. То есть невозможно даже понять, где что будет. Кто там у нас едет? Выскочка? Серьезно? Так, раллийное авто сзади меня догоняет, ребята. Такой же, как и я. Но, по-моему, ему все равно нет шансов. Да, я все-таки урвал здесь победочку. И теперь мы с тобой заходим... как это называется? Комнату страха? Ну, она, по идее, должна называться комната страха, но здесь почему-то она... непонятная какая-то. Вроде как и комната, но страха я тут не вижу. Вижу, что сзади партизан этот от меня доколупывает. Практически, ребята... сзади стоит. Опа. Ну, это понятно, ребята. Он встал на катапульту. Я не знаю, как на нее встать, если честно. Я не понимаю. Встал на катапульту и просто-напросто пролетел. Вот и все. Ладно. Я пролетаю идеально. Просто идеально, ребят, пролетел. И все равно этот говнюк сзади. Я не удивлюсь, если он сейчас еще раз... Нет, не встал на катапульту. Но, по идее, у меня должно быть больше всего очков. Да, ребята, здесь первое место я все-таки вырвал. Так, команда. Можете запустить, пожалуйста, соревнования. Я же уже вроде запустил. Так, всем привет, надо поздороваться, естественно. Всем привет, ребятушки. Всем, как говорится, здоровья. Так. Ну что, продолжаем, друзья мои. Забытое шоссе у нас идет. И... ну, давай попробуем на масле. Фикс. Гэр стартанул. Слушай, а тут баги, смотри, на чем, ребят. На этих. Короче, на своих летающих парашках. На своих летающих парашках. Нормально, да, я высказал? Слушай, я думаю, что у меня так вышло-то хорошо, это. У нас же крылышки. Поэтому мы так с тобой, ну, идеально летим. Тик-ток, не надо вот сюда лететь. Просто порхаем. Но опять же, звуковой крыши нету. То есть она есть, но, ребята, она очень слабенькая. Там практически. Ударишься, и она даже не спасет тебя. Выиграйте 6 гонок. Слушай, опять первое место мы здесь заняли. Так, забираем 5000 монет. А здесь мы забираем вот зимние шины, амортизаторы. И сделайте 5 поворотов на спортивном автомобиле. Да уж, конечно. Гран-при каньон. Блин. Гран-при каньон. Ну, тут не знаю, ребят, наверное, надо ехать. Но не на байке, это точно. Да давай просто на нашей раллийной автошке поедем. Потому что эта трасса тоже такая. Все время куда-то прыгать. Елозить, блин. Я даже не хочу туда ехать. Давай, катапульта. Попутного, как говорится, да? А там что, Феррари? Феррари, формула сзади. Да? Я удивлен, что формула здесь еще может как-то проехать. Она же, ребята, еле-еле едет, блин. Там прыгает, как навозник. Как вша на сковородке, знаешь. Полетели все наверх, ну и флаг в руки. Я только сейчас заметил, ребят, что здесь какие-то бизоны сидят. Или коровы. Нет, это бизоны, скорее всего, или буйволы даже. Давай только не это. Ну... мне специально пришло. Нифига там. Еще горючка запищала, нормально. Просто, ребята, сзади уже на хвосте сидели партизаны, и я как бы от них оторвался. Да уж, с этими подъемами это, конечно, лучше не придумаешь. Так, возьмешь? Взял горючее, молодец, красава. Красава. Так, здесь
Вот начинается подъемы, спуски, подъемы, спуски. Вниз, вниз, есть дорога? Есть. Да не надо. Слушай, а мы так плавненько даже ребята не стукнулись. Иди ты. Лезет уже сюда. Причем вокруг, вдоль трассы ребята стоят вот такие палки, почему-то со шлемаками. Знаешь, мне сразу напоминает какой-то апокалипсис, когда на трассах убивали людей там и на палки вставляли там черепа, а тут шлемы, блин. Так, ну что, мы, наверное, откроем с тобой вот этот сундучок. Арматуры, ничего, короче, хорошего тут нету. В этом тоже ничего хорошего, и этот просто активируем. Так, ну что, 6 тысяч кубков, ну тут, ребят, не очень... Не очень долго ехать нам. Не помню, что за трасса, но попробуем, наверное, вот прокатиться на вертушке. Ну тут, видишь, тут еще и байк. Почему-то я тут вообще перелетел. Вообще, ребят, моментально. Даже байк. Ну, видимо, из-за того, что мы с тобой очень тут хорошо летали. Не зря говорится, как полет навигатора, я имею. А вот тут я уже не знаю, чего нам поджидать. Что тут за трасса твою налево? Ну, очень хороший, ребят, отрыв. Посмотри. За 15 секунд проехал. За 15,5 секунд проехал я эту трассу. Нормально. Почти мировой рекорд. Так, ладно. Шутки в сторону, давай ехать. Ехать, лететь. Все. Вообще быстро, ребят. Тут вообще за 14 секунд почти. Нормально. Так, мы с тобой сундук накопили. Открываем, смотрим, что у нас тут. Крылья и колесные ускорители. В общем, ничего интересного. Болотистая дорога. Я, наверное, ребят, попробую опять же прокатиться на вертушке. Ну, тут, смотри, там пуля у нас, ребят. Танк такой же прыгучий, как и я, друзья мои. Такой же. Ой! А почему-то мы так едем с тобой паршивенько, если честно. Но, тем не менее, как бы мы паршивенько не ехали, мы заняли здесь первое место. Офигеть. А я забыл, что у нас это, двухсторонка-то идет. Я думал, перевернулся, сейчас все, размажется по этой по стенке. Но нет. Не размазался. От слова совсем. Ох ты, нормально. The best from west. И вот он финиш. Фу. Оставили всех щеглазадых позади. Одинокий отдыхающий. Почему название трассы «Одинокий отдыхающий»? Не понимаю его. Я здесь выступаю не один. И тем более уже я не отдыхающий. И вот здесь я очень много времени, ребят, потратил на вот эти все прыжки. Но, тем не менее, маслкар какой-то тут недокачанный, судя по всему. Он не уступает просто-напросто, ребят, эту трассу. Просто уступил, подарил. А танк... А танк... Не догнал он меня, одним словом, этот танк. Фабричный кубок. Слушай, ну на фабричке, насколько я помню, ребят, очень тяжело ехать на вертушке. А хотя почему? Давай попробуем. Не, ну там вот эти магниты, да, магниты, ребята, я вспомнил, они же... Какая вертушка? Чего ты взял? Ё-моё, я взял супердизель, ребята. Как так-то? Видимо, пока там щелкал, блин, забыл переставить на место, да? Ладно, хорошо. Пока первое место мы взяли. Взял, блин, на вертушке поехал, ага. Обалденная вертушка. Так, а сейчас вот, по-моему, ребят, сейчас начнутся магниты. Сейчас начнутся у нас магниты. Очень много времени, ребята, он тратит на, вот, на свой прыжок. Он прыгает и в воздухе зависает, как, ё-моё, как этот дельтаплан, блин. Нет у него быстрого падения. Висит и барахтается там. Так, тихо, вот здесь, главное, не духануть.
Крышу, крышу береги, парень. Ну, у нас уже нет крыши, ребят. У нас уже нету крыши. Мы с тобой вот сейчас вот любой удар, но, слава богу, уже крыша. Все, 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 все. Ничего не знаю, ничего не вижу. Я первым занял. С меня рыло идет нормально. Так, пляжный кубок. Ну, пляжный кубок, как всегда, у нас, ребята, идет на раллийном авто. Хотя можно было бы, наверное, тут что-нибудь поинтереснее взять. Ну, фикси. Кто там сзади? Байкер, что ли, шпарит? Фига его там закрутило. Нормально. Нормально крутануло его там. Вон, не разбился еще, главное. Сын. Вот, тоже, блин, тоже, ребята, проблема. При приземлении у нашей ролички очень быстро теряется скорость. При серьезном таком, я имею в виду, падении, когда приземляется с высоты там еще чуть-чуть, сразу же все, скорость практически в ноль. И ты начинаешь там попердывать, чтобы немножко хотя бы подускориться. А враги, ты сам видишь, что-то маслкар у нас. И что там еще? Байкер, понятное дело. Ой, 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 до свидания. И спортивная тачка была сзади, отставшая. Так, ну что, 3000 монет мы еще зарабатываем. И кубок претендентов. Насколько я помню, это, по-моему, солянка идет. Ну, разные виды трасс. Я возьму, наверное, тут маслка. Попробуем сейчас на нем. Так, у нас крылья. Плавное, ребят, естественно, падение. Плавное, блин, приземление. Тихо, не дуркуй. Пока все идет топово. Да, первую трассу взяли даже без проблем, ребята. Какие тут коровы на трассе маленькие стоят? Это деформированные. Дефективные, я бы сказал. Ну, поехали. У нас вторая трасса. Да, тоже вот у него эта беда. Когда врезается, все, теряется скорость. Но мне кажется, маслкар хорош в плане, знаешь чего? Он очень быстро, ребята, набирает скорость. Прям стартует, прям с места идет. Вот за счет, наверное, этого он и берет. Тут тоже можно, ребята, упасть. Помните, как было у нас? Между бревном упали в воду и все. И ничего ты уже там не сделаешь. Как не выкрутиться. И еще я заметил, что у маслкара, ребята, передок поднимается на большой скорости. То есть аэродинамики практически вообще никакой нету. И нас начинает приподнимать. Так, что у нас тут? Магнит, амортизатор. Что-то, кстати, по поводу... А, кто-то мне написал, что костюмы, ребят, какие-то бесплатные. Я, если честно, никаких костюмов бесплатных здесь так и не увидел. Гретта и Зельта, что-то такое. Нету, ребят, никаких костюмов, к сожалению, я не увидел. Так, ну, по колесике мы нормально прокачали. Я тебе скажу... Очень даже неплохо. Самоделка. Давай добьем. Ну, наверное, пока хорош. Значит, что у нас там? Я уже забыл, какая трасса. А, трасса путешествие на пальцах. Нет, путешествие на пальцах мы, наверное, тогда возьмем. Ну, давай раллийное авто возьмем. Можно было, конечно, и байк взять, но ладно. Попробуем на ролике прокатиться. Евраж впереди, ребята, едет. Блин, меня сзади эти мои охламоны поджимают, но они меня обогнали. Единственное, что да, обогнал меня этот байкер. Точнее, даже не то, что обогнал, я его даже не догнал. Ну, я думаю, что все это поправимо.
я наливал воды эти беспробудные. Так, ну здесь, сам видишь, здесь я, но не очень-то далеко я отстал, они практически, ребят, по пятам. То есть любая бы ошибка моя, все, меня бы там бы нахлобучили бы. Опять она. И враж. Анастасия. Опа! До свидания, олухи. Надо быть умнее. Это что за... А, я уже думал, какая-то подстава. Ну что, друзья, двигаемся дальше. Блин, а что я машину-то не поменял? Это крокодил, да? Ать! Нормально, нормально, здесь прошло тоже. Три четверки. Алло, такси, три четверки. Вызываем, вызываем вас. Эры, что ты несешь, а? Видимо, яйца. Ладно. Все, ребят, тут нормуль. Вырвали. А тут что, три четверки там размозжился где-то? Я что-то не видел даже на горизонте. Даже на горизонте не пахло этими тремя четверками. Опа. Опа, опа, ну фиг ли ты, блин. Ой, дуст вот. Прям нет слов, ребят. Ого, а как КМ-ка-то? Слава богу, я ей не дал шанса меня обогнать. Откуда она вылезла-то, блин? Где-то там в порожнике лазила, блин, выкатилась, блин. И я поехал. Ну что, твою... Издевательство какое-то, а? Блин, ну тут как М-ку не обогнал. Я манал, ребят. Ну что, первое место все равно, да, берем. А, глубоководная езда. Ну, тут сам я себе велел проехать именно на раллийном авто. Кто-то отпиндрюкался. А это что за тачка? Это не... А, это... Подожди, это формула, ребят. Формула счастья за ней. Да. Да, 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 да. Так, это спортивная... А там формула, ребят, ехала. Хотя я почему-то думал, что там тоже спортивная отпиндрюкала. То есть у нас получается... А, нет, ребят, не формула. Там тоже этот... спорткар. То есть получается... Пипец. Вот ничего и получается. Давай, 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 давай. Все в силе. А-а-а, подводная лодка. А как он так интересно, круто, быстро упал, блин, на дно. Ты видел? Я планировал, он просто торпедой там лупанул. Саша, иди отсюда, а. Где он бамбук, лишь покури где-нибудь там в сторонке. Видишь, что папа едет ко мне. Да, прекрасно, прекрасно, блядь, первое место. И вот они, почти 6 тысяч кубков у нас в кармане. Я возьму здесь... Там встречный кубок, да, был написано? Давай-ка мы на спорткаре. Давненько мы на нем не развлекались. Сейчас хоть чуть-чуть тряхнем стариной. Или меня тряхнут здесь, как старину. Посмотрим. Еще как-то едешь и... Да, не надо только вот удаляться. Размазня какая-то еду, если честно. Нормуль. Пригнали. Маслкар, там спорткар и раллийное авто. Такие вот у нас были конкуренты. Это я помню. Это я, ребят, переживу как-нибудь. Так, здесь, по-моему, тоже такой будет хитрый прыжок. Да, вот он. Помнит еще, как говорится, летчик, что где и почем. Где надо бустануться, а где нужно
Скорость приуменьшить. Так, и последняя. Последняя у нас гонка. Ну, я так понимаю, что здесь все будет. Давай, долетай, главное долетай. Чтоб там под руку по этим ящикам не шуршать, вот так вот сделай. Вот. Чувак такой с топориком. Давай, продвигайся. Ну что, 6 тысяч кубков взяли. Взяли, друзья мои, 6 тысяч кубков. И это вот сейчас вот так вот выглядит у нас нитро. Прикольно. Раньше оно немножко по-другому, ребят, смотрелось. А сейчас вот так вот оно выглядит. Так, ну что, гонки здесь, на Бандикуте. Я один. Я один. Ну и фиг с ним. Один погоняю, нет, а че? Мне не привыкать, ребята. Что-то колбасит машину и... А, это... Просто надо было проехать. Что тут? Ну давай попробуем на тракторе. Я не знаю, что за трасса. Классно так прыгает эта тракторишка, а? Ой, а тут взлетишь ты? Тут, по-моему, взлетел. Ну, по ходу дела все, я понял. Давай. Есть. То есть мощей хватает у этого дурачка. А вот тут вот надо, ребята, предельно аккуратно, потому что... А как тут? Я не смогу. Нет, смог. Пока смог. Чу, я уже думал, сейчас перевернемся. Нет, друзья мои, все четенько, аккуратно, но проехали мы четко. Блин, ну тут-то как, а? В шахтах. Ну давай возьмем вот эту машину. Только лишь из-за того, что она слишком приземистая, и на ней я не разгонюсь. Такое ощущение, что он там петард себе в одно место засунул и сидит попукивает, скажем так. Не надо. Главное, чтобы он башкой не врезался, ребят. Крышу. Да, ехать мне, конечно, придется. Я не знаю, горючее там. А, вот, уже финиш. Ну, аккуратно, да, аккуратно проехал. Если это можно назвать, конечно, аккуратно. А здесь я возьму, наверное, вот это, ребята. Это сельские води. А, так вон что. Ну, этим подарком сейчас хана, этим консервом, и что он там таскает. Мы все-таки довезем парочку. Она нифига не довезет. Нет, ребят, даже довез, умудрился что-то, смотри. Что-то даже там было... У меня. Вот, ребят, я первый рекордсмен. Первый рекордсмен, блин. И будет седьмой. 7 тысяч кубков. Так, нарисуйте местность. Поставьте препятствия. Опубликуйтесь, поделитесь своим треком. Вступить за 380 рублей в месяц. Подпишись на VIP, получи ранний доступ. Не знаю. Подозрительно, ребят. Так, ну что, друзья мои, все, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.